Всем привет! Мы сегодня на рыбалке и сегодня ловим рыбу в рыбацком кордоне, ловим форель. Сегодня я ловлю с Виталий, с Пашей, с Артемом. Сегодня я прям на пруду одни знакомые уже вот расставились, уже произошел запуск. Даже скажу наперед, уже рыбка поймана. Вот. На поставушке буду ловить, насадил туда сырную, желтую пасту. Ну и попробую половить на резину. Ну а что получится, вы увидите в этом видео. Так что не переключайтесь, погнали на рыбалку. Ну, все, погнали ловить. Вот поклевка. Делаем ставки, господа. Сидит или не сидит? Она такая хитрая здесь, что она еще и не факт, что сидит. Она может и не сидеть. А, сидит. Сидит. Ой, блин, багур-то я забыл взять. Ну ладно. Багур забыл взять. Ну ладно. Смотрим. Запоминаем движение. Ну, сверху, кстати, взяла. Не от одна, да, на пасту. Погорик забыл взять. Ну, ладно. Ой, что-то совсем мелкое. Совсем мелкое. И опять грязное. Черное-черное. На оранжевую взяла. Оранжевый сыр. Паша решил нам показать мастер-класс по ловле на резину. Видел? О! Ну, ну взял у меня удочку. Это будет моя форель. Ты понял? Взял. Вымучил. На червяка, смотри, Виталь. Прям поклевка была практически в прямом эфире. Багор нужен? Нет. А, ты моего. Джиг, лови джиг-головку, блин, вольфрамовую. И... Ну, Семен Семенович, блин. Ну вот сейчас поклевка была у нас вот на такого беленького червячка. Соблазнилась, но чуть-чуть поторопились, багорик не взяли, и она оторвалась. Вот, делаем вторую попыточку. Слышу, моя есть сработка. Сработала. И у меня сработало. Опять я багор не взял. Да что ж такое-то? Багор не взял, но... Ай? Ну, если дадите, буду признателен. От греха подальше. Надо работать на 100%. А, нет, не сошла. Спасибо. Не-не-не, показалось. Пошла на меня просто. На оранжевый сыр. На оранжевый сыр. О, это вот уже получше экземплярчик. И опять темная. Хорошо. Мужик. Мужик. Надо ее расколоть. Здесь лунка вся замерзшая. Извините, чья жерлица, блин, но она сейчас соберет и вытащит все. А чья вообще она? Да хуй. Твоя? Твоя? Врешь, что твоя. Там дуплет, я чувствую дуплет, там две сидит. Да? Да не. Паш, дай багорик, она не пролезет в лунку. Ух, нифига! Кто-то забыл, что ли? Да это забыл кто-то ее. Ну и хорошо, я не гордый. Блин. Я застряла. Все. Разбивать надо. Акула! А, акула!
Спасибо, добрый человек, который забыл здесь жерлицу. Сейчас перевернет, наверное. Есть? Хитрая. У нас поклевочка. Я думал, чья перевернулась, а это Пашина. Там утка играет. Перевернулась. Вот там утка. Ебать. Виталий у нас обрыбился, ура! Поздравим его. Резина, смотри, хорошая. Доширак? Доширак. Белый доширак сработал. Вымучил? Да. Но тоже черненькая. Мужик поймал мужика. Поздравляю. Ну, после запуска немножко побегали и успокоилось. Сейчас должен быть скоро второй запуск. Надеемся, что после второго запуска тоже еще возьмем форельки. А вот у нас и второй запуск начинается. Поехали, дубль 2. Второго запуска поклевочки начались, активировалась. Сидит? Зацепилась за эту теперь. Зацепилась. Ты когда в любом случае. Поклевка дергается. Джерлица. Выкиньте ее, джерлицу. Опа! Возле меня прям сработало. Только отвернулся. Как всегда. Только отвернешься, и она сработает. Куда на меня пошла? Она сейчас сама выпрыгнет, я не успеваю выматывать. Желтый сыр. Ой, ну это мелкая должна, наверное, должна быть. Мелкая! Нифига! Бойкая! Еле в руках удержал. Опа, есть. Желтый сыр сработал. 30 сантиметров от дна. А вот и у меня поклевка. Вовремя я подошел. Или это у кого-то зацепилось, наверное. Чья-то пациент. Мишка он взял рядом со мной. Это, наверное, твоя, наверное, ходила возле моей. О, на постовушке дуплет. Две взяло. У меня тоже один раз так было. Форель ловится дуплетом. И нету опять. Да что ж такое-то? С такой трещоткой хренакнуло, блин. На весь пруд трещотка была. Размотала. Нет, что-то есть. Ух, нифига. Жила. А мотал не было. Виталий, у тебя сработало чего-то. Но это, походу, моя зацепила. Пока не спеши тащить, походу моя зацепила. Не факт, конечно, но подожди пока. Не дергается, хотя... Блин, ой, да что ж такое? Нифига. Я не могу удержать ее. Вот это бойкая. А сначала не было, тащил. Да блин, бойкий форель-то, а? Сейчас перетрешь, не надо. Заходи в лунку. Нифига, какая крупняк. Давайте, иди сюда. И без бербагорика сработало. Значит, все-таки сработка была, не зацепилась. А самое, что удивительное, я метра два, наверное, три уже
плетни лески вымотал, ее не было, потом бац, и она пошла. Хитрющий, притаилась, но поймали, наш желтый сыр сработал. Ну все, друзья, на этом наша рыбалка подходит к концу. Собираем наши снасти. У нас вон пошел снегопад. Активный клев форели был примерно часов до 11-12 еще поклевывало. После 12 он, в принципе, сошел на нет. В основном у меня сегодня клевало на пасту. По-моему, 2 я взял на оранжевую пасту и 3 на желтый сыр я взял. Также был обрыв на резину, белый червяк. И все, Виталий у нас взял форельку на белый доширак. У Виталия сегодня почему-то даже постовушки стояли, молчали. Подозрительно. Ну, ладно, это рыбалка. Вот, вам спасибо, что смотрели. Если понравилось, не забывайте оценить данное видео. Ну, мы собираемся и поехали домой. Всем пока, до встречи на рыбалке.